В Нижнем Тагиле закончились игры первого раунда полуфинала первенства России среди юношей 2006 года рождения. За три путевки в следующий раунд боролись 6 команд. Безоговорочным лидером стала спортивная школа имени Канделя из города Екатеринбург, одержавшая победу во всех матчах. Две оставшиеся путевки получили команды спортшкол «Урал Грейт Юниор» и «Старый Соболь», заняв второе и третье место соответственно. Самым результативным игроком среди всех участников тура у тагильчан стал Ярослав Горяев. Следующий этап полуфинала первенства России среди юношей 2006 года рождения пройдет в конце февраля.